по миллиону за каждую потерянную жизнь. Судебное следствие по факту гибели заживо погребенных под землей рабочих прекращено за примирением сторон. Напомню, ЧП произошло 7 сентября на стройплощадке напротив дома 1801 в Новом Городе. Напарники, чтобы восстановить поврежденный подземный кабель, спустились в траншею. Однако ее стены не были укреплены и произошло сползание грунта, что привело к гибели двух человек. За нарушение требований охраны труда в отношении мастера участка общество с ограниченной ответственностью ТАТ-Энергострой было выдвинуто обвинение, однако судебное разбирательство прекратили. Одной из причин стало то, что потерпевшей стороне компенсировали моральный ущерб, каждой вдове выплатили по 1 миллиону рублей. Кроме того, предприятие взяло на себя расходы на организацию похорон.